Коронавирус под ноль. Врачи ОКБ сбрили волосы и избавились от растительности на лице. Такую акцию медики решили провести в качестве очередной профилактической меры в условиях распространения коронавируса. Согласно новым данным, вирус COVID-19, оседая на волосах, очень легко распространяется. С волос он может попасть на руки, подушку, головной убор, что опасно не только для переносчика, но и для членов его семьи, коллег и всех окружающих. Сегодня некоторые врачи ОКБ стриглись прямо на рабочем месте. В условиях пандемии ходить в парикмахерские опасно. А медикам еще и некогда. Дмитрий Хубезов, главный врач областной клинической больницы, распрощался со своими усами, которые уже стали частью его имиджа. Уверен, что эта прическа будет самой модной в 2020 году. Мы ее шутку называем антиковид. Если серьезно, то действительно, да, волосы, особенно усы и борода, это те, скажем, аксессуары, которые притягивают. Бороды давно стали модным трендом, и для многих мужчин изюминка образа главным украшением. Но и от них медики рекомендуют на время пандемии избавиться. Борода мешает, собственно, правильно надеть респиратор. А если вы не можете правильно герметично надеть респиратор, вы, в принципе, не должны подходить к пациенту. Помочь врачам взялись волонтеры Барбары из цирюльни «Рука-лицо». Мастера приехали прямо в ОКБ, работали, соблюдая все меры предосторожности – маски, перчатки, максимальная защита. Обычно их работа – индивидуально подобрать стрижку мужчине. Но в этот раз от творческого подхода пришлось отказаться. До окончания пандемии врачи продолжат носить короткие прически. Во время акции со своим имиджем попрощались более 10 врачей.